Всем привет, ребята! Меня зовут Алиса, и перед вами три замечательные, огромные коробки с денежными дошираками. Денежные дошираки, это что такое? Я была в шоке, когда увидела это сообщение на почту, где какой-то поставщик предложил купить мне партию денежных дошираков. Ребята, во-первых, я обожаю дошираки, вы это знаете, а во-вторых, мне на почту и в Инстаграм часто пишут и предлагают купить что-то денежное. Пишут даже подписчики, пишут продавцы и объявления типа с Авито. Я не устояла и купила 100 штук на проверочку. Цена одного доширака 400 рублей. На 100 штук я потратила 40 тысяч и, надеюсь, я не пожалею. Ребят, давайте уже распакуем, потому что я так ждала эту посылку, так долго, так переживала, потому что, ну, контент, я думаю, будет интересный. Ребят, и поставьте, пожалуйста, лайк, если вы наберете 50 тысяч лайков под этим роликом, то я выпущу кое-что еще денежное, пищевое, и этот продукт любят практически все. Поэтому, ребят, хотите узнать, что это будет, набираем 50 тысяч лайков. Я тоже была в шоке, кстати, от этого же продавца. Поэтому я куплю это, если вы наберете лайки. Вы будете в шоке, правда? Так, упаковочка дошираков. Смотрите, ребят, это как обычный дошик. Так, Nippon. Только написано денежный доширак, и меня смущает, почему здесь 1100. Как бы вообще-то должна быть купюра от 100 до 5000. Или это просто для прикола, но меня уже это смущает. Так, еще в этих коробках, надеюсь, тоже дошираки. Здесь тоже дошираки, все также упакованы. И в третьей коробке, я думаю, тоже дошираки. Ребят, усаживаемся поудобнее. Распаковка будет, я думаю, интересная, потому что, ну, как минимум у меня будет 100 дошираков. Насчет денег не уверена, как бы есть тут что-то вообще. Ну, 100 дошираков это тоже неплохо. Будет заначка такая, знаете, на зиму. Ой, давайте теперь это все вывалим. Наконец-то не хрупкий товар. Стол слишком маленький. Короче, ребят, я сейчас это... О, аккуратно еще вывалила. Короче, я сейчас это все разложу. И встретимся на распаковке, потому что я сейчас разгромлю весь дом. Итак, ребята, я разложила эти дошираки красиво, надеюсь, что красиво. Давайте посмотрим еще раз на этих красавчиков, аппетитных, сочных дошираков. Мне кажется, никто не любит так дошираки и не нахваливает их, как я. Но самое интересное, это денежки внутри, если они там есть, потому что меня как-то это смущает. Срываем упаковку и находим, ребята, тут просвечивается сотка. Вот это минус. Как бы это же продукт питания, лапша как бы здесь без пакета. И зачем ложить купюры прямо на еду? Вот это вот, конечно, минус. Такого еще не было. Обычно я покупаю всегда какие-то киндеры были. Да много чего было, шоколад, и везде все было в пленке. Ну да ладно. Идем дальше. Ребята, стоп, я забыла передать приветы моим самым активным подписчикам. Ваши комментарии появляются здесь и здесь на экране. Спасибо, что смотрите меня, пишите много комментов и лайкаете каждый ролик. А если ты хочешь попасть в следующее видео, ты знаешь, что делать. Угощайся дошираком, ставь лайк, пиши комментарий, и я замечу именно тебя. А мы продолжаем. Ох, как дошираки мне поднимают настроение, ребята. 500 рублей. Не разбогатею, так нажрусь дошираков от души. Тем более у меня еще макароны есть, дошираки. К лету готово. Удобно, кстати, открывать и находить денежки. Сотка. Потом мы это закрываем. Интересно, а как туда ложили деньги, если пленка запечатана? Слушайте, ребят, напишите в комментариях. Очень интересно. Деньги иногда просвечивают. Знаете, что здесь? Соточка. Ой, вилочка. Открывайся, доширак. Мне жалко рвать вот эту упаковочку. Смотрите, денежный доширак, так красиво. Надо один на память оставить. О, 500 рублей, смотрите, ребят. 500-ки тоже достаточно часто попадается. Один доширак стоит 400. А, кстати, сколько стоит в жизни доширак? По-моему, рублей 60, 50, где-то так. А тут 400. Так, так, так. Кажется, 500. Да, 500 рублей. Слушайте, много 500-ок в этих дошираках. Это уже хорошее начало. А сейчас, ребята, ставим на паузу и угадываем, какая купюра внутри этого доширака. Правильные ответы я лайкну, мне кажется, сотка. Да, здесь сотка. Кто угадал, молодцы. Сотка.
Если вы не подглядываете, конечно. А вообще, ребята, что бы вы хотели еще денежного видеть, давайте пофантазируем, потому что сейчас столько уже всего интересного, и вещи, и продукты, и напитков еще не было. А это вы узнаете, когда будут лайки. 50 тысяч лайков. Все, ладно, не затягиваю, не болтаю, соточку достаем, доширак кладем. Слушайте, сколько их много. Давайте вот так даже сделаем, распакую три. Один доширак, второй доширак и третий. И будем открывать по очереди. Смотрите, ребята, давайте. В этом дошираке нас... Кто хотела красиво открыть? Что? В этом дошираке нас ждет кидалово. А может, там в лапше деньги? Нет, только стол испачкала. Забыли положить, забыли. Зато хоть приправу не положили. Ой, не забыли. В этом дошике нас ждало 100 рублей, а в этом, знаете что, тоже соточка. Не густо, так хочу я вам сказать, а в этом вообще ничего не было. Вот у меня, кстати, такое частенько бывает, что просто забывают ложить. Вот это обидно. Так, 500 рублей. Слушайте, вы не заметили, что нам попадается только 100 и 500 рублей? Вот это как-то странно, но хоть не одни сотки уже, хорошо. Достаем рандомные дошираки. Рандомные прям. А, давай! О, ребята, просвечивается! А нет, сотка, все, расходимся, расходимся. Я путаю цвета купюр. Да-да-да, я это знаю. У меня такое бывает. Не обращайте внимания. Опа, сотку прям выпало 100 рублей из этого дошика. А здесь знаете, какая купюра? Не знаете, поэтому ставим на паузу и угадываем. Ребят, если вы все угадаете, вы прям экстрасенс. Я думаю, сотка. А что думаешь ты? Пиши в комменты и получишь лайк, если ты будешь прав. Три вас открываю. Да? Нет, нет, это не сотка, это 500 рублей. Сразу просвечивалось. 500 рублей. Давайте брать какие-то прям вот рандомные, потому что, не знаю, одни 500 и 100. Хотя мы уже распаковали так приличную партию дошиков. А здесь знаете что? Сотка, но хоть не ничего. Ой, а этот дошик, кстати, ребят, какой ваш любимый доширак? Мой креветочный. А, тут вкус не написан. Не написан вкус, но мой любимый креветочный. А, не могу распаковывать еду. Особенно гадость всякую. Сотка, все. Здесь была сотка. А знаете что? Здесь... Ой, так удобно я стала открывать, прям уже профессионал. И здесь сотка. Непон. Одни сотки стали попадаться. А еще, ребята, напишите прямо сейчас, что вы любите из всякой такой вот гадостной еды, как я ее называю. Картошка, дошики или быстрорастворимые супчики. Я еще люблю супчики. Вот почему их денежных не придумали? Сотка. И еще что вы хотите видеть денежное, потому что, ну, столько всего. А еще мне на днях предложила какая-то подписчица в инсте купить легкие денежные пластилины. Честно призналась, что у нее никто не купит, кроме меня. И что я должна это купить. Но мне показалось, что легкий пластилин, сотка, это как-то странно. Так, ну, тысяч не было. О 5000 я молчу. Не знаю, почему я радуюсь так, но, в принципе, суть, конечно, не то, что там окупиться, не окупиться, но... Как-то странно, где разнообразие купюр? О, а вот и разнообразие купюр, слушайте, с 1000, вот 1000, все. И деньги реально настоящие, я просто в каждом видео это говорю, это не банк приколов, это не какой-то развод, но один дошик стоит 400 рублей, естественно, там должны хоть сотку положить. Ладно, если бы я его за 50 купила, и такая, где мои деньги? Все пойдут потом в пятерку, где денежный доширак? Где он? Так, соточка. А еще, ребят, напишите, пожалуйста, вы заказывали что-то денежное. Вот мне кажется, мыло я не заказывала вообще ни разу, но многие подписчики и многие блогеры покупали денежное мыло, обычное, маленькое. Я, кстати, ни разу его не покупала ни на Авито, ни на Озоне, нигде. Но оно вот было прям очень популярное, многие его даже для ТикТока покупали, чтобы там хайпануть. Так, а, 500 рублей. Угу. Хотела сказать, что ничего уже нету. Мыло я заказывала только гигантское, а вот стандартное, когда пошел хайп, вообще как-то... Мне сначала показалось это разводом за 1000 рублей покупать мыло.
Типа, что? Сейчас уже привыкла. О, 1000, только сказала, что нет у нас денег, и попалась 1000. Ребят, это хороший знак. А еще вы знаете, если вы поставите лайк на удачу, то у вас будет удача всю учебную неделю. Это реально работает. Я давно вам этого не говорила, но подписчики, которые смотрят мой канал давно, знают, что это работает. А мы не болтаем и продолжаем распаковывать денежный доширак. Вывалилось 500 рублей. Угу. Так. А здесь что? Слушайте, ну, по купюрам скажу я вам. Интересная распаковка, сотка, но не самая, так сказать, прибыльная. Потому что мы распаковали уже прилично дошиков, а у нас еще не 5000, ну и как-то много соток. Или я уже зажралась, не знаю, 500 рублей. Потому что даже 500 это хорошо, мы в плюсе на 100 рублей. Так, что же здесь? Дошираки. И что мне делать с соткой дошиков? 500 рублей, в которых еще деньги полежали. Не предлагайте вам отправлять, потому что я как бы, ну, не буду подписчикам отправлять грязные дошираки там, где были деньги. Ну, а сама, не знаю, может быть, и съем. Ну, даже кипяточком заливаешь, микробы убиваешь, все. Все ок. Сотка. Так. А здесь сотка, ребята, я только сказала, одни сотки. Нужно куда-то эту кучу дошираков убрать. Ребята, не пугайтесь, доширак я еще не съела. Все нормально, я просто их спрятала в коробку, потому что места уже нету. А у нас еще много-много дошираков и много шансов найти деньги. Давайте деньги скинем сюда, потому что дошираки мои не видно. Так, продолжаем искать вклад. Дошираков. Чем еще заняться в час ночи? 100 рублей. Интересно. Так, а здесь... Ой, ребята, видите купюры? Это 1000. Правильно, вот мне нравится, что просвечивается. Сразу такой уже знаешь, что тебя ждет. Так, ладно, хотела сделать, угадываем купюру. А что это? Это сотка, почему я вечно с 5000-ной путаю? Ну что же это такое? Ну реально похоже. Успокойтесь, продолжаем. Это всего лишь сотка, это не 5000. Ничего страшного. 500, даже видно сразу. Да, ой, опять все в лапше, 500 рублей. Давайте откроем 3 дошика и будем угадывать, ребят. Мне кажется, это интересно. Денежки теперь убираем ко мне. Беру 3 рандомных доширака, ребят, и ваша задача будет угадать, какая здесь купюра во всех 3 дошираках. Сейчас я убираю упаковку, просто пока... Так, все, простите, пока это отменяется. А, это 500, я думала опять 5000, ну что же это такое? Так, короче, 500, все, угадали, поэтому забываем, берем... 3-й доширак, и теперь угадываем. Ребят, ваша задача угадать в 1-м, во 2-м и в 3-м, какая купюра. Вот кто угадает, вы, во-первых, получите лайки, я отвечу на комментарии, потому что вы точно экстрасенсы. Итак, готовы? Подумали, какие купюры? В 1-м дошираке у нас, смотрим, 1000 рублей в 1-м, во 2-м, 100. В 1-м 1000, во 2-м 100, а в 3-м, ну кто угадает, точно экстрасенсы. Вам прям в лотерею играть, кто угадает. А в 3-м дошираке, знаете что? 1000, тоже 1000, прекрасно. Кто угадал, получит лайки. Все, все честно. Бумажки убираем. А, уборку проводим и продолжаем. Ну что, продолжаем, ребят, продолжаем. Так. Все, мне кажется, что 5000-ная будет скоро, 500, но она должна быть в каждой денежной распаковке, у меня хоть одна 5000-ная, ну правда, ребят, я так расстроена. Так, 500, опять, а, выпало, 500 рублей опять выпало, ну хорошо, хоть 500, не 50, а представьте, если бы ложили 10 рублей, там просто каша была бы какая-то, сотки это норма, то уже, знаешь, зажрались. А, сотка, где 5000? Так, а вот здесь что-то интересное. 500? Опять 500? Ну, слушайте, 500 это тоже круто, потому что это больше, чем стоимость этого дошика. И это уже прекрасно. Так, здесь соточка просвечивается, кому видно. Да, сотка. Так.
Так, что же здесь? Мы доберемся когда-нибудь до 5000-ной? Нет, сотка. Лучше бы еще какие-то подарочки ложили, кроме денег, знаете, там кольцо, там еще что-то. Было бы прикольно. Возьмите на заметку, денежные продавцы. Пора уже... А, что-то ложить интересное денежное. Ладно, монеты не кидайте, не надо. Сотки устра... Лапша выпала. Сотки устраивают. Монет не надо. Так. Продолжаем. Сотка! Ура! Почему я так радуюсь сотке, я не знаю. И да, любимая моя фраза в этом видео – ура, сотка. И это верно. Так, интересно. Тысяча. Хорошо. У меня на секунду замерло сердце, и опять хотела сказать 5000. Что это такое? Но она же вообще не похожа была на 5000. Я не знаю, что со мной сегодня. Дошики на меня плохо влияют. Сотка. Так, осталось мало дошиков, ребят. Очень мало дошиков. 500! Ура! Так, приберегем радость, прибережем на 5000. Ой, слушайте, ну очень много купюр по 500 рублей. Очень много. Такого в денежной распаковке еще не было. Вот серьезно. А следующий продукт, скажем так, у вас вообще удивит. Но я его закажу только если вы наберете лайки. Так я буду знать, что вы хотите это видеть. 500. Это самая богатая распаковка на 500 рублей. Вот можно так и написать на превью, потому что очень много. Мне кажется, даже больше, чем соток. Обратите внимание, 100 рублей. Осталось очень мало дошиков. Давайте ускоримся. Ищем клад в дошики. Опять 500, я же вам говорила, что просто какая-то вот богатая распаковка на 500 рублей. Честное слово. А здесь у нас тоже просто 500. Да как это такое возможно? Ну, смысл ложить продавцу 500, если дошек стоит... Нет, я не то чтобы расстроена, просто мне интересно. 500, я уже думала 50, опять 500. Так, давайте рандомно возьмем. Я как-то беру ближайшие дошики, давайте вот эти, например, возьмем. А то почему-то в ближайших одни 500. Да! Горло! Я сейчас подскользнусь на дошиках этих. 5000, наконец-то, господи, я так сказала, да, что... Простите, сейчас голос сядет. 5000, наконец-то, господи. Я знала, что будет 5000-ная купюра в этом выпуске. Мне уже, знаете, чисто ради принципа, чтобы все купюры были заявлены. 100, 500, 1000 и 5000. Теперь я спокойна, я довольна. Но можно еще положить. Я не против. Потому что все вот эти денежные видео я трачу потом на распаковку тоже, собственно. Покупаю за эти деньги опять что-то денежное, поэтому сотка. Чем больше у меня денег будет, тем больше распаковок будет. И тем жирнее я буду от этих дошираков, вот это точно. Так, что же? Сотка! Обычно вы пишете, что моя любимая фраза это ура, сотка, а сегодня будет 500 рублей. Удивительно. Так, сотка, опять сотка. Да, я же говорила, вот там лежали почему-то одни 500. Ну, честное слово, я вот подряд, а сейчас подряд сотки. Вы это видите? Я не ошиблась. Вторая 5000-ная купюра. Да мне даже пофиг, что она в лапше лежит. Да, пожалуйста, 5000, спасибо. Господи, эта клеенка просто мне к ногам, и я когда ерзаю, я могу упасть. Поэтому, если я вырублюсь, не пугайтесь, просто поставьте лайк за мое здоровье. 10 тысяч уже, ура! Это прекрасно, мне захотелось прям отметить и заварить доширак посреди видео. Но делать мы, конечно же, этого не будем, потому что мы на ПП, нет. Идем дальше. Так, 500, да. Наконец-то, к 10-му выпуску денежных роликов Алиса научится различать нормально купюры по цветам. Возможно, такое будет. Только тут ничего нет. Есть, за приправой была сотка. У нас осталось мало дошиков, ребят, мало осталось. Вот десяточка где-то осталась. 500. Давно мы не угадывали с вами купюру. Ребята, и чем больше вы угадываете, тем больше шансов. Смотрите, ставьте видео на паузу. И пишите, что, допустим, на 10-й минуте попалась
И какая купюра попалась, вы думаете? Я думаю, что здесь 500. А что думаете вы, напишите в комментариях. Я потом пересмотрю и лайкну правильные ответы. Кто угадал 500 вместе со мной, поздравляю, вы были правы, это правда 500 рублей, ребят. Я, кстати, угадываю такое редко, а вы, если честно угадываете, а не просто потом смотрите и пишите, то вы молодцы. Так, приправа. Денег, что ли, нет? А нет, соточка есть, прекрасно. Так, ребят, осталось так мало дошиков, слушайте, давайте... Давайте их уже добьем и посчитаем, сколько же денег внутри. А здесь ничего! Ура! Что за кидалово опять? Класс! Ой, хоть дошик погрызу. Давно я этого не делала. Я в детстве обожала сырой дошик. Так. Сотка. Вот хоть бы в один доширак положили бы две купюры, знаете, как ошибиться и не доложить, они могут. Как положить две купюры, то нифига вам подобного, все честно, как бы, по одной. Это уже второй дошик, если я не ошибаюсь, без денег. Сотка. Три дошика осталось, ребят. Я думаю, три дошика осталось, время угадывать. Сколько в первом, сколько во втором и сколько в третьем, в последнем дошираке. Правильные ответы я лайкаю по традиции, ребят. Я всегда замечаю ваши правильные ответы, поэтому пишите много комментов. В первом дошираке у нас соточка спряталась за приправой. 100 рублей в первом. Во втором дошираке знаете что? 5000, хотела сказать, уже ничего, 5000, ребята, кто угадал, да вы охренеть просто, какие экстрасенсы, это нереально угадать, 5000 во втором, шок-контент, в третьем, последнем дошираке 500 рублей, мы нарушили традицию, потому что обычно в последнем у меня всегда сотка, вы знаете, сегодня, 500, и теперь нам нужно это все богатство доширачное пересчитать. И если вам интересно, сейчас я озвучу сумму. Но посмотрите, как много... 500 упало! Посмотрите, как много купюр по 500 рублей. Их, по-моему, больше сегодня, чем сотен. И это очень круто. Поэтому, ребят, набираем 50 тысяч лайков, и я закажу у этого поставщика кое-что очень крутое, которое вы любите. Вы любите кушать или пить? Ну, вы поняли. Потом узнаете, если наберете лайки. А мы считаем. Ребята, в денежных дошираках мне удалось найти 36 100 рублей. Потратила я 40 тысяч, ну чуть больше, там еще доставка, но это шок, потому что 36 100 нашли, и у меня куча дошиков, просто запасы на всю жизнь едой. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, не теряйте меня, потому что скоро вы увидите еще много чего денежного, интересного и крутого. Всем спасибо за просмотр, люблю вас всех, увидимся в новых видео, пока-пока! Еще у меня много денежного на канале, поэтому по ссылочке в описании денежный плейлист. Я его наконец сделала.